Привет! Жить в мире, где полным-полно зомби, которые так и хотят тебя съесть, не так уж и просто. Каждый застал это по-своему. Прошло немного времени со дня начала эпидемии. Само событие молниеносно поразило всех. Жизнь человека, являющегося бродягой, бывшим инженером и владельцем криминального прошлого, отлично вписывается в рамки текущего бардака. Последним необычным событием стала переправа через мост, где, к сожалению, я выронил все из своей сумки, так как меня учуяла куча зомби, и сражаться с ними было не самое удачное решение. Поэтому я обратился в бегство. Пробираясь сквозь лес, я выбрался к небольшому поселению и забрался в первый же дом, где не обнаружил уже выживших. Я с интересом осматривал его и пытался набить свои карманы. Дальнейшее мое путешествие никогда не исключало потенциальной опасности. На каждом шагу я встречал зомби, и даже порой очень внезапно. Последней моей удачной находкой стал относительно большой дом с гаражом и парковкой. Там мне попались парочка машин. Очень приятный бонус к выживанию. Гараж был полон разных ящиков и стеллажей, в которых было море всяких полезностей, которые мне обязательно пригодятся. Сам участок и прилегающие к нему территории не были чисты, поэтому пришлось немного помахать своим оружием. Мною было принято решение обосноваться здесь. Из всего обнаруженного мною добра мне не хватало единственного инструмента — отвертка. Именно она стала причиной моей первой вылазки на машине в ближайшие городские и не совсем строения. Первым местом оказалась конюшня. То, чего-то мне нужно было, не было совсем. И я его покинул. Проехав дальше, я свернул и заехал на небольшую улицу, где равномерно были расставлены дома. Нужного мне инструмента и здесь тоже не оказалось. Только вторичные предметы и вечные сражения с ходячими, где я получил неприятное ранение. Мой путь привел меня к магазину, где все-таки отвертку мне удалось найти. Повезло как-никак.